Ага, чайник, холодильник, блендер, ага, люстры, ага. О, освежитель передержа, сейф, лампочки. Это все? Ты точно там ничего себе не прижала? Ядреный Киргизстан, вы только посмотрите, сколько я всего награбил в предыдущей серии. Да я... Бабуль, я просто даже боюсь... Идти сейчас к Ашоту и все это продавать. Ты просто представляешь, сколько здесь бабла? Сколько? Я в предыдущей серии потратил 4000 на вот эту пуколку, которая стреляет, которая меня подтягивает. Это крюк-кошка, да, я уже спрятал в одно место. И вот эти батуты. 4000! Сколько ты думаешь, перед тем, как я пойду к Ашоту, сколько здесь получится бабла после того, как я все это продам? Посмотри, что там у нас. И холодильники, и стиральные машины, и 2 телевизора, а точнее даже 3. Поставь на паузу и напиши в комментах, сколько ты думаешь, я сегодня заработаю бабла от продажи вот этого всего барахла. Кто угадает, тот... получит от меня лайкусик на свой коммент. Это максимум, что я могу предложить. Так, смотри, бабуль, смотри. Вот эту тарантайку убери, свою чертову бабушку. Убери! Так, опа, вот сюда поставим. Вот смотри, как оно здесь прям фейшуйно смотрится. Это раз. Дальше, смотри. Сюда одну. Смотри, как это потрясно. Бабуль, сейчас мы с твоей халупы такие хоромы забабахаем. Самое главное, чтобы не забыть, это, естественно, освежитель пердежа. Я прям его поставлю возле себя и возле туалета. Ну, знаешь, ни на что не намекая, я просто здесь сплю. Изи, он будет здесь хорошее место такое занимать. Убери ты это, а то страч тут устроил. Да какой страч, бабуль? Он не нравится. Иди сюда. Это дед твой? Я видел его раньше, не видел. В общем, смотри, бабуль. Еще один телевизор мы тебе можем запендюлить вот сюда. Вот смотри, здесь лежишь здесь, налево смотришь, телевизор. Направо смотришь, не в цветы. Наверх смотришь, назад, дедова морда. Идеально. Убери эту хрень, не надо мне это. Да слушай, да чё тебе не нравится, бабуль? Это не нравится, то не нравится. Я тогда вот эти люстры тоже все уберу, если они тебе не нравятся. И вот это уберу. Я свою жизнь придержа тоже уберу. А короче, на самом деле, знаешь что? Я сам себя уберу. Карга старая, ничего ей не нравится. Сейчас я пойду к себе домой, там уже, кстати, тараканов всех потравили. Я заберу свою зубную щетку, которая вот здесь возле стральника стоит. И пойду. Все, бабуль, спасибо, и борщ заберу. Ага, все. Ну иди в сраку. Ах, вот ты как со своим неродным внуком, да, разговариваешь? Вот так, значит, да? То есть я тебе мало в этой жизни хорошего сделал? Ну, не учитывая первую серию грабителя, когда я у нее 3000 скоммунизил. Борщи одни жрешь. А так, ты сама меня... Да, ну и забирай свой борщ! Ты сама меня приучила к этим борщам целыми днями, а сейчас еще на меня выеживаешься? Пу! Ведьма! Посмотрите на... Я ее... Открой дверь, я еще не закончил! Я ее... Дверь открой, я еще не закончил! Дверь открой! Я... Ядрить тебя в пенсию просто! Так! Дверь у меня... Я еще не закончил! Я тебя беру на свои ограбления! Я тебя беру на всякие стрелки! А ты вот что делаешь! Ты меня выгоняешь из дома и запрещаешь мне свои борщи кушать! Черт! Ага, кто кого еще порешает? Это ты мне говоришь, что ты меня порешаешь? Ну, да. А, ну хорошо. Когда бабка достает в руки свой миниган, с бабкой лучше дел не иметь. Все, тараканов эти китайцы потравили. На, вот здесь мусор будет валяться. Тараканов потравили, можно зайти в родной дом. Это все я потом перенесу обратно, пускай здесь пока будут коробки. Самое главное, блендер! И самое главное, опа, чтобы можно было шмотки куда-то вешать. Дом, родной вонючий дом. Как я по тебе не скучал. Старый блендер можно, в принципе, заменить на новый. Хотя новый я лучше все же продам. Вот сюда. Единственное, что я оставлю себе, это, скорее всего, новый какой-то телевизор. Наверное, вот этот. Это можно сломать и продать Ашотику-братику. Вазу я тоже продам здесь. Фу. Панталоны, трусы грязные. Это я заберу, а это поставлю вот сюда. Ля, красотища какая! Этот я продам, потому что это будет побольше, и он больше бабок стоит. Это пускай у меня дома стоит. Освежитель пердежа я все же себе оставлю одну штуку, как бы ради благих целей. Все мы пукаем, все мы люди. Некоторые девочки все же иногда пацанам врут, то что они не пукают. Но пацаны, знаете, все девочки пукают.
Даже те, которые говорят, что они не пукают. Даже которые строят себя принцесс, даже они пукают. А чаще всего пердят, как орангутанги. Поэтому не верь девушкам. Единственные люди, которые не пукают на планете, это майнкрафтеры. Запомни это. Мы никогда не пукаем. Мы фыцкаем. Так, это есть, это есть. Стиралка, у меня есть дома стиралка? Дома стиралки у меня тоже нет. А мне дома вообще нужна стиралка или не нужна стиралка? Сральник есть? Да, а что мне дома стирать? Балаклаву? Да ну нафиг. Сейф. Вот сейф я оставлю на всякий случай. Я его спрячу. Может его реально куда-то спрятать? Вот туалетный. Вот эту бумагу уберу, спрячу вот сюда. Туалетную бумагу поставлю вот сюда. Пускай пока сейф у меня дома полежит, я его потом открою. А то я даже не знаю, кто его может мне помочь открыть. Стереосистемы, чайные сервизы, всякие холодосы, блендеры, миксеры, пипиксеры. Это все пускай у меня дома здесь стоит. Потом, если что, рано или поздно я все же этим воспользуюсь. Ну и вазу я тоже сюда поставлю, вот так. Все остальное на продажу. Я святое забыл, гантели. Бицуху-то качать надо, как телок соблазнять потом на пляже. Ладно. Так дела тоже не делаются. Бабуль! Прости меня, дурака вшивого. Я честно, я с тобой сраться не хотел. Пойдем, пойдем. У нас с тобой еще очень много дел. Мне просто что-то в задницу укусила какая-то мошка. Я как будто взбесился. Извини, бабуль, если я тебе там что-то лишнего наговорил. Конечно, то, что ты корга старая, я свои слова обратно не заберу, потому что ты бываешь еще той вредной... Какое шило в заднице? Не надо мне шило в задницу, пошли. Мы идем к Ашотику, братику, акробатику. Сейчас продадим ему вот этот весь хлам, который у нас есть. Если я не вырулю с этого хотя бы 4000, чтобы окупиться на то, что я потратил в предыдущей серии, это будет уже очень даже печально. Рафик, жирафик! Салам пополам, брат! Салам! Салам пополам, братиха! Это уже тебе, бабуль. Брат! Арбуз сочный, спелый, вкусный, щелковистый. Тут поставки у тебя новые. Арбуз, яблоко. Я последний раз арбуз хомячил 1.5 года назад. Не знаю, как ты, но я прям очень давно. Яблоко, даже не яблоко, а яблище. Держись, смотри. Ну, слушай, это реально прям яблище. На пол экрана так выглядит. Всего 50 рублей, возьми. 50 рублей за яблоко и за арбуз. И за то, и за другое. Кусочек арбуза и яблище. По рукам, брат. Ну вот и славно. Так, 50 рубасиков. Это вот сюда. Вот так. Держи. Арбузик. Арбузик я сам возьму. Вот так. Так, бабуль, ты там тоже давай закупайся для своего бизнеса. Ты же бизнес-хуюмин, как ты сама говорила. Я пойду к Ашотику. К Ашотику я это все толкну. Брат! Салам пополам, брат. Салам пополам, брат. Я так же по тебе скучал, как и родная Грузия. Как жизнь молодая. Да потихоньку, потихоньку, я тут тебе новые поставки принес. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ой, господи, я даже боюсь это все тебе показывать. Просто бери и считай, сколько здесь выйдет бабла. Только учти, одного зуба у тебя нет, но если ты попытаешься на мне навариться и занизить мне цену на все мои шмотки, второго зуба тоже не станет. Это так, очень кристальный тебе намек. То, что если ты будешь вредной задницей, которая будет мне занижать стоимость вещей, кто-то тебе выбьет еще один зуб вот этим ломом. Надеюсь, намек ты понял, Ашотик, братик. Так, смотри. Гантеля. Гантеля японская, европейская, из Северного Америка. Там три стали просто. С трех разных континентов она, короче, приехала. Рублей, не знаю, сколько она стоит, но много стоит. Диски, Xbox и огромный телек. Ашотик, братик, за это 3 куска минимум. 3500 даже. Старый телевизор. Раз, два, три, четыре. 4 позолоченные люстры. Стиральная машинка, холодос, миксер. Японский чайный сервиз 1000, я не знаю, сколько он стоит, как твоя жизнь. 3 лампочки. Блендер, какая-то хрень, роза в стекле, тоже какая-то хрень, но она электрическая, электричество сегодня как бы дорогое у нас. Стереомагнитола и еще один огромный телевизор. Ой, брат, я на самом деле сам в шоке, сколько же я здесь награбил. Мне кажется, что это много. Давай мы сейчас это все вместе с тобой посчитаем. Давай ты сам быстро посчитай и скажи мне, сколько это все стоит. Мне кажется, что просто дофигище. Ну ты думай, думай.
Ашотик, братик. Хорошо подумай. И вот это тоже, да, и вот это, и учитывая то, что здесь три телевизора огромных, стиралка новая. Ну, смотри, с жизнью играешь, рискуешь. Примерно 14200! Ашотик! Ашот! Моя балаклава прям по тебе потекла! Какие 14200? Это полтора месяца моей оплаты квартиры! Вах, брат, где ты этот аленький цветочек раздобыл? Брат, я не знаю, украл где-то. Вот, в принципе, там же, где и все остальные вещи. Скоммуниздил! Вот и все. 14200, гони на бочку. Ага, 200 рублей. Ага, 4000, 10 тысяч. Так это нужно... А, кстати, Ашотик! У тебя есть какая-то фигня, которую сейф можно открыть? Сейф на замке? Я реально не знаю, что там даже в сейфе. Я купился в 3 раза! Да какие в 3? В 3,5 раза, почти в 4 я купился с прошлой серии. Я в предыдущей серии потратил 4 куска. Если ты не видел предыдущую серию... Подсказка прямо сейчас здесь возле меня находится. Тыкай на нее и обязательно смотри предыдущую серию. А я еще даже не знаю, что в сейфе находится. У, брат, вот этот неплохо наварился. Это все сейчас пойдет на черный рынок. Приходь. Конечно, приду, брат. Я сейчас еще с сейфом приду. Да, удачи, Ашотик, брат. Ёперный театр. Бабуль, что здесь, поторговалась с трафиком? Я сейчас приду, я домой за сейфом. Буквально 5 минут. А что же там внутри сейфа? Кристаллы, алмазы, бриллианты, сапфиры, изумруды. Ни хрена. Ага, это забираем. И топаем обратно к Ашотику. Так, мусор сюда. Все же нормальные люди возле подъезда мусор выбрасывают. Я у мамки в данный момент не спортсмен. У меня дел полно, поэтому я поеду на этой тарантайке бабе Любы. А то чё пешком ходить? Это еще что за тачка там? Бабуль! Это... Чё за гости у нас в деревне? Чья тачка-то? Чья тачка? У меня не было 5 минут. Кто это тут подъехал такой модный? А, так подожди, это же тачка той мадмуазели! Это же вот эта богатая... Так подожди, так мы же её обокрали в предыдущей серии. Чё она сюда приехала-то, а? Пс, иди сюда, чё такое? Так это же тачка той богатой бабы. Она чё, узнала то, что это мы её ограбили? Или ее муж узнал, который богатый? Милок, у меня есть план. Там это, молодые голубки приехали к Ашотику, видно, богатые. Какие голубки? У Ашотика сейчас кто-то там есть? Так давай пойдем поздороваемся. Это их машина. Не, бабуль, это не их машина. Это машина той богатой чиксы. Они там айфоны хотят продать. Айфоны? Ты подслушала, что они айфон? 10-е. Ля! Так подожди, если сейчас какие-то голубцы приехали к Ашотику продавать айфоны, 10-е, это даже если они бэушные, если там года 2 этим айфонам, если они даже покоцанные, поцарапанные, так они стоят минимум по 10-ку, 2 айфона это вообще 20 кусков. Ёперес, это... Так, иди сюда. Будем сейчас их здесь ждать. Давай сюда, быстро. Ножик достань на всякий случай. Они сейчас выйдут, мы их припугнем. Сразу к ним подойдем. Если они будут айфоны отдавать, по башке им стукнем и заберем. Все, бабуль, ждем их здесь. И сейчас сразу их порешаем. Ты им там свистни, да? Типа, пш, там вы, вот это. Подойдите сюда. А я скажу, чтобы карманы расчехляли. Все, стой спокойно. Вот здесь. Катюх, неплохо, хорошо мы продали айфоны. Ну, продали неплохо, можно было подороже. Вы! Пошли, Балю, пошли, бабуль. Карманы расчехляйте! Голубцы, давай! И одна, и другая, карманы расчехляйте! Чё? Ты думаешь, мы не знаем то, что вы здесь айфоны продавать хотите? Бабуль, давай, да, деньги на бочку. Мне штукарь, ты штукарь, мне 10-ку и бабуле 10-ку. Пенсия маленькая у нас в стране. Быстро, я сказал. Каково, какие быстро в машину? Какие быстро в машину? Эй, вы! Тут, бабуль, лови бабу, я пацана ставлю. Иди сюда, собака сутулая. Ты, подожди, его баба его бросила. Как, а чё, чё тебе, цикло-то так... А чё он на меня-то похож? У него такая же рубашка, как у меня.
Да стой ты, атлет недоделанный, тебе на Олимпийских играх... Сейчас, подожди, бабуль, догоняй, беги, сейчас, беги! Да ну, я в этой балаклаве дышать просто не могу. Сейчас, подожди, бабуль, сейчас... Да к чертовой нахрен. Не, все. Иди догоняй этих спортсменов недоделанных. Я здесь полежу. Ёб твою мать, встал и побежал. Бабуль, какие? Я вот это, я грабитель. Мне бегать в жизни не надо. Яйца в жопу, в руки, штука и жопу. А, яйца в жопу, я яйца в жопу прочитал. Бабуль, я грабитель, ты понимаешь, мне нужно... Да ну, мне в дом нужно зайти... 2 секунды потратить на то, чтобы что-то ограбить и просто уйти на шифте. И же тут я сейчас. Да я, как бы, знаешь, даже и никуда не сомневался. Еще помри тут, да, с удовольствием. Земля-то хорошая, теплая. Примет такого вора хорошего тоже, как я. Кто ж знал-то, то, что мне 100 километров нужно будет пробегать в день? Я когда на работу вора устраивался в этом в муниципалитете... Мне там не говорили то, что я столько бегать должен. Жизнь моя жестянка, да ну её нахрен. Да как она-то снимается через... О, привет. Милок встал и сел. Да. Ага, да, езжайте, бабуль. Ты видела, куда они побежали вообще, в какую сторону? Мне кажется, мы здесь не добежали-то буквально метров 100-200. Видела? Ну, молодец. Лом в руках, гаечный ключ в кармане, все хорошо. Зубочистки тоже взял, батут взял, все жизненно необходимые припасы взял. Ты смотри, там байк какой-то. Байк, прицеп какой-то. Слушай, стой. Чё за байк-то здесь? Бензина нет. Слышь, Семёныч! Здорово. Ты здесь не видел 2 шкетов? Они здесь пробегали, пацаненок какой-то, этот бабенцы, они тут на... Так, посмотри. Машина же... Нет, никого не видел. Никого не видел, говоришь, а машина вот эта стоит. Я что-то очень сильно сомневаюсь, что таких машин мало в городе. Не видел, да, значит? А байк, че... Если ты не против, а ты не против. Бабуль, давай осмотрим, есть здесь кто-то в этом гараже или нет. Мы сейчас просто посмотрим, Семёныч. Бабуль, смотри, я в машине посмотрю, может они здесь спрятались на заднем сиденье. Нет, здесь никого нет. Чё-то я не понимаю. Сейчас, подожди. На трубах, может, спрятались здесь? Я нифига не понимаю. Так, здесь, беговая дорожка, здесь тоже никого нет. Здесь тут... Я ни черта не понимаю. Подожди, это машина этих, которые айфоны продавали. Трактор этот. Здесь реально никого нет. Я что-то ничего не понимаю. Ладно. А байк-то чей? Ты мне можешь сказать, байк чей? Да там мужика одного. Какого мужика? Если ты мне не можешь сказать, чей это байк, прям точно. Имя, фамилию, отчество, где живет, где прописан. Слезь с него, он не мой. А, ну конечно, не твой, да, значит, не твой байк. Ну смотри, какой бабуль-то прям очень даже нравится, смотри, как будто прям на меня сделан. Жопа здесь идеально помещается, налево, направо, идеально, просто идеально. Говоришь, не знаешь чей, да, мужика какого-то. Ну если ты не знаешь чей, если бензина нет, тогда мы его бабуля вот так унесем. Тяжелый собака. Почему наш байк хотели спереть сейчас?